Вы пришли меня подслушать? Ну да. Значит, у вас есть затруднения с выполнением домашних заданий? Напишите в чате, да или нет. Если вы написали нет, тогда ответьте на вопрос, зачем вы тут тратите ваше время, слушая меня. Теперь к делу. Вы слышали такое выражение? Объяснял, объяснял и сам понял. Все об этом говорят, обучаю, учусь. У учителей в школе нет возможности так делать. А у вас такая возможность есть. Сейчас я объясню, что и как делать. Я покажу вам объясняшку. Она идет всего 2 минуты. Приготовьте ручку и бумагу, чтобы записать ваши вопросы ко мне. Готовы? Ну тогда поехали. Образовательная соцсеть на plato.com и студия объясняшек Ясень-Пень представляет. Взаимное парное обучение. Сегодня у папы выходной. Он говорит Мише: садись делать уроки. Да не кисни, позови кого-нибудь из друзей. Вместе вам будет веселей. Миша думает, кого бы позвать: Машу, Колю или Сашу. Миша звонит Маше. Он сделал выбор и сам себя мотивировал. Выбор – основа мотивации. Пришла Маша и спрашивает, с чего начнем? С русского, математики или с английского? Миша решает, а с английского. Все, он снова мотивировал себя. Миша спрашивает Машу, где сядем, на кухне, на балконе или у меня? Маша выбрала, все, она мотивировала себя. При парном обучении выбирать приходится постоянно, поэтому мотивация растет незаметно и сама по себе. Ведь выбор – основа мотивации. Маша спрашивает Мишу, ты будешь читать, а я буду повторять за тобой или наоборот? Миша делает выбор и добавляет себе дополнительный квант мотивации. Миша спрашивает Машу, позанимаемся английским 15 или 30 минут, а потом переключимся на русский или на математику. Маша отвечает, хорошо, давай 30, а потом русский. Она выбрала, и ее мотивация возросла. Все живое на Земле каждую секунду делает выбор. Выбор – основа жизни. Маша и Миша занимаются английским не абы как, а по алгоритму работы пары. Они записывают сделанное в специальных листках учета, ведь всегда приятно видеть, сколько ты сделал. Когда Миша думал, с кем делать уроки, он мог бы выбрать себе партнера, живущего в другом городе, и заниматься с ним через Skype. В интернете можно найти подходящего партнера для любого дела. Для этого есть много интересных специальных сайтов. Есть сайты с учебниками и есть сайты, на которых можно сдать экзамен и получить подтверждающий документ. Маша с Мишей быстро сделали уроки. Они нисколько не устали, и у них отличное настроение. Папа спрашивает, вы что, все уже сделали? Миша говорит, знаешь, папа, Маша так понятно объясняет, лучше учителя. Маша добавляет, нет, это он мне помог. Одна я делаю математику 3 часа, а с ним мы справились всего за 20 минут. Папа говорит, вот видите, какая веселая, простая и полезная штуковина. Это самое взаимное обучение в парах. Кого вы завтра позовете вместе делать уроки? Посмотрели? Появились ко мне вопросы? Напишите их, пожалуйста, в чате. Саму объясняшку вы легко найдете на ютубе, если наберете поиск вот так. Домашнее задание делаем в парах. Объясняшка будет на первом месте. Вы ее можете посмотреть еще раз. Собственно, на этом мой доклад уже закончен. Мне больше добавить нечего. Можем уже расходиться. Ну ладно. Наверное, нужно сделать пояснение к объясняшке. Надеюсь, вы поняли, что соучастие родителей необходимо. В объясняшке слегка участвует папа. Ненавязчиво, мягко. Он помогает организовать процесс. Задача родителей сделать так, чтобы друзья приходили и чувствовали у вас дома себя хорошо. Наверное, есть смысл вам встретиться с родителями вашего сына или дочери. Ну, познакомиться с ними и обговорить все детали. Кто к кому ходит домой и в какое время. Что дома можно делать детям, а что категорически нельзя. Ну и вообще, просто познакомиться. Дети посмотрят, как родителям умеют договариваться, и надо думать, кое-что возьмут себе на заметку. Дальнейшие вопросы вы плавно передоверите своим детям. В дальнейшем ваша роль сведется к наблюдению
и моральной поддержки. Если ребенок совершил усилие и пришел к другу домой, то он уже получил небольшую долю внутренней мотивации. Дальше его мотивация к учебе произрастет в его дальнейшей работе в парах. Как ее организовать эффективно? Нельзя оставить этот вопрос на самотек. Наберите в Яндексе. Не в Гугле, а в Яндексе. Технология работы в парах. На первом месте будет описание Википедии. Когда-то давно я его там сделал. А на втором месте будет описание на моем сайте. Найдите в нем раздел «Внутренняя мотивация» и почитайте. Именно работа в парах создает внутреннюю мотивацию. Теперь скажу пару слов за самостоятельное мышление. Я небольшой теоретик в этом деле. Я практик. И скажу вам точно, работа в парах заставляет думать. Эти два принципа, обучая учусь и объяснял и даже сам понял, они в самом деле работают. Так что напрягитесь капельку и организуйте своему сыну или дочери партнеров для выполнения домашних заданий в парах. Ваши усилия очень быстро окупятся. Уверенность в себе и инициативность. Да кто же их не хочет воспитать у своего дитяти? Каждый родитель об этом мечтает, но получается довольно-таки не у всех. Работа в парах пробуждает эти таланты. Приходится подстраиваться к каждому собеседнику. Чтобы договориться о встрече, нужно проявить инициативу. А когда получается, растет уверенность в себе. Само собой понятно, что постепенно образуется небольшой кружок постоянных участников для выполнения домашних заданий. Я преподаю по скайпу различные предметы. Физика, математика, иностранные языки, черчение и начертательная геометрия и некоторые инженерные дисциплины. Многим ученикам я даю задание. Этот пункт перескажи другу. Найди партнера, договорись с ним о встрече и перескажу ему это. Не все, но многие выполняют. И, о чудо, все они говорят, что теперь знания стали более четкими и более прочными. Вам надоело подталкивать дочку или сына? Ты сделал домашнее задание. Так помогите ему наладить совместную работу в парах с другом или с подругой. И окажется, что выполнение домашних заданий может быть легким и приятным делом, занимающим в 2-3 раза меньше времени, чем обычно. Вот, собственно, и все, что я хочу вам сказать. Теперь я буду читать ваши вопросы и на них отвечать. Готовьтесь. Если кто еще не написал вопросы, пишите их, пожалуйста.